Всем привет, дорогие друзья, с вами Клевер Плей, и сегодня мы будем играть Хаус у Сландрина. Да, я открыл новую рубрику, по хоррор-играм. Теперь я буду снимать хоррор-игры. Тоже. Я взял Сландрину, потому что... Для меня она пока самая не страшная игра. Звук надо включить. Ничего не нашел. О, ключик. О, хата Сландрина. Кукушечки. Нафиг. Бабушка, здравствуйте. Кукушечки. Ого. Сейчас идем за ключиком. Но это не точно. Сейчас нам будет сзади. Опа. Ожидаемо. Окей, отключения нет. Просто иду. О, ключ. Записка сразу. О, бабушка. Записка. Больше ничего. Что тут у нас? Тут у нас опять же, как всегда, ничего. Трачу ключ и не нахожу ничего. Как всегда. Ку-ку. Так, что я тут могу найти? Ну ничего, я тут не найду. Так, он всегда бесит. Дверка. Вам что-то должно лежать. Нет, ничего не лежит. Печально. О, ключ. Ура. А, нет, записка еще лучше. Знали, что записки лучше, чем ключи. Так, я забыл, где второй этаж. А, холодно. Пошли.
или нет? О, мелодия напряженная. Че, по-любому она сзади будет? Ну, отвечаю. Опа. Окей. Должна была еще сзади быть. О, здравствуйте. О, туалет. Прикольно. Ку-ку. Разве? Где она затерялась? Мандарина, ты где там потерялась? Чья комната? Ага, её комната. Так, ещё нет, ку-ку. Окей, ничего нет. Ничего я не нашел, кроме ключа. Или нет? Да, ничего не нашел. Окей. О, записка. Пойдем дальше. В эту дверь. Зайдем, заглянем. Слышу паука. Давай, записка. Блин, за что? За что вы так со мной? Все больше нигде не найти, кроме как на первом этаже. Вот что за дверь? Здесь, походу, не было. Жалко, чтоб я зашел. Где ты? Записку. Да нет. А, мне ключ надо найти. Сейчас. Сейчас все найдем. Нет, не точно. И нету. Блин. Значит, на второй этаж пойдем, что ли? Сейчас нужен тупо ключ. Я вряд ли что найду. Второй этаж. Надо. Здесь я, по-моему, не был. А как раз тут я был. Где этот ключ? Окей. Так, тут я ничего не найду. Стоп. Так, опять сюда пришел. Здесь все смотрим. Может, он как раз там, этот ключ, снизу, или подвал. Где у нас подвал?
Погодите. Короче, вперед идти. Сюда вроде. Нет, не сюда. Где он? Ой. Здесь? Нет, не здесь. Здесь тоже нет. Здесь? Нет, нет. Печалька. Где я? Я тут. Где я пропустил? Что у нас? В смысле, что это было? Надо просто открыть эту дверь. Где мне взять этот ключ? На втором этаже вряд ли. Может, в столовке я что-то пропустил? Возможно. Я ничего не нашел. Потратил ключ. Не зря же, наверное. Или зря. Капец, я зря потратил ключ. Что это было? Окей, пойдем сюда. Вот я тут ничего не нашел. Окей.
Я его пропустил. Где-то снизу, наверное. Блин, я тут где-то хожу, он, наверное, на легком месте где-то лежит. Проверял. Не очень сильно, но проверял. Вот эта хата. Ты не все так проверил жестко прям. За дверью я не проверил. Опа, вот он. В смысле? Все, сейчас будет 8-я записка. Так, мне сейчас надо дойти к той двери. Вот она, все. Я все нашел. Теперь надо подойти к той рамке. Не рамке, к той вот к этой дичи. Открыть ее. Взять этот ключ. И пойти к подвалу. А где у нас подвал? Правильно. Вот тут. Сюда вот мы идем и в подвал. Как вы поняли, я уже проходил эту игру. Подвал у нас. И нам нужно найти лом. Где мы его найдем, я не в курсе. Тут очень редко появляется слондерина. Ну, в подвале. Нужно заглядывать каждую дверь. Через каждый раз заглядываться. Не оглядываться. Проверять каждую комнату. Вот тут мне надо открыть дверь. И это мне надо найти лом. Дальше. Так, облом. Вот эта дверь открытая. Опа, вот тут его, возможно, найду. Возможно, но это не точно. Е-е-е. Ку-ку. Что это было? Это был... О, нашел. Все, найс. Это был, короче, полный капец. Ор еще такой. Все, лом есть. Теперь идем в ту дверь. Вроде она. Да, она. Теперь надо открыть эту дверь. Все, открывайся. Идем по паутинкам. Вот сундук. Все. Последний. Вот их семья. И вот кем она стала.
И вот все. Мы прошли эту игру. Нам это очень много времени заняло. А чего вы хотели? Ну вот, видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.